Приветик всем, меня зовут Светлана. Спасибо всем, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я хотела бы рассказать о своем заказе и знакомстве с корейской косметикой. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Значит, попробовать корейскую косметику я хотела уже довольно давно, в принципе. Еще с лета я смотрела девочек видеоотзывы, читала на разных форумах про корейскую косметику. И в основном из-за этого я решила завязать как бы с каталожной косметикой и перейти на корейскую. Да, конечно, она стоит дороже, но по своим функциям, по своему действию она значительно лучше. Вот, я стала искать, через какой сайт мне заказать ее, через какую группу. Я хотела заказать через сайт BBFace, который активно рекламирует Красавишна, но мне там не понравилось, что вся продукция, в общем-то, по сравнению с другими сайтами, там дороже. И доставка там тоже, по-моему, дорогая. Вот, и в других сайтах, в других группах ВКонтакте мне не понравились условия доставки. И вот я наткнулась на одну из групп, я нашла ее по поиску сама. Она называется «Корейская косметика», «Бибикрем», «Тони Моли», там, и т.д. и т.п. Ну, в общем, самое обычное название. Вот, этот интернет-магазин находится в Новосибирске, занимается им девочка, или девушка, девушка с именем Ксения, Ксения Азия она себя называла. Вот, очень удобно, что ты выбираешь тот товар, который тебе нужен, отправляешь ей в личных сообщениях ссылку на него, на эту фотографию. Вот, и она тебе пишет, если он в наличии, когда он появится в наличии. В общем-то, естественно, понятно, что все в наличии у нее на данный момент быть не может, поэтому я приготовилась к тому, чтобы долго ждать. Вот, и из того, что я хотела, там двух позиций не было. Мне пришлось подождать недельки две, по-моему, пока они придут. Вот, я заказала, очень хотела попробовать, конечно, знаменитый стартер с гиалуроновой кислотой, знаменитый улиточный крем, BB-крем настоящий от Холики-Холики, и CC-крем, конечно, всем известный. Вот, и я сделала заказ в этом интернет-магазине. Вот, и осталась им очень-очень довольна. Девочки, кто хочет попробовать корейскую косметику, я всем советую заказать именно у Ксении, потому что у нее выгодные условия доставки. В магазине у Ксении предоставлен, значит, широкий выбор всевозможных продуктов корейских и различные умывалки, и с улиточным кремом умывалки, и всякие-всякие разные, и маски, и декоративная косметика корейская, и вот эти всевозможные BB-крема, CC-крема и всевозможные, все, что хочешь. В общем, большой выбор, широкий выбор. Вот, и удобно, что если ты заказываешь на 2000, то доставка бесплатная, что мне понравилось, именно поэтому я у нее сделала заказ. Вот, там удобно, что можно оплачивать сразу предоплату, тогда выйдет без всяких наценок, и если ты делаешь просто какой-то 30% или 20%, то там идет надбавка небольшая. И можно также оплачивать наложным платежом или на всевозможные, и на и на карту Сбербанка, и на Киви кошелек, то есть всевозможные виды оплаты. Вот что мне понравилось. В общем, очень удобно. Магазин находится в Новосибирске, и оттуда мне заказ шел 2 недели до Ростовской области. Я думаю, что это недолго, в общем-то. Вот, отправила она мне его довольно быстро, оперативно, после того, как я сразу оплатила его. Вот, значит, что было в моем заказе? Ну, конечно, в моем заказе был всем известный стартер. Данный стартер у меня, база с это стартер с гиалуроновой кислотой, он у Ксении в магазине стоил 400 рублей, а на BB-фейсе он стоит, по-моему, чуть ли не в 2 раза дороже. Поэтому в любом случае заказывайте у нее, всем советую. Значит, этот стартер позволяет интенсивно увлажнять кожу, сделать ее мягче, защитить от преждевременного старения. И советует его использовать после умывания, чтобы увлажнить лицо. Он увлажняет лицо в течение 3 секунд. Ну, я думаю, все уже знают про него. Его активно расхваливает та же Красавишна.
Вот. Хорошая вещь. Мне он очень понравился. Он очень приятно пахнет. Такой у него легкий парфюмированный аромат. Но это как обычный гель. В общем-то, ничего такого особенного. Совершенно как водичка. И он очень жидкий. Он растекается буквально сразу по коже. Быстро, правда, мгновенно впитывается. И мгновенно увлажняет. Я вчера делала маску на лицо от Фриман с клубникой. И она мне жутко иссушила кожу. У меня вот здесь вот вокруг особенно. У меня тут больше всего сушится кожа. Вот здесь просто было сплошное трещинки, так скажем. Все сухая кожа, ужасно. И после того, как я нанесла, она мгновенно стала такой мягкой, бархатистой и увлажненной. Поэтому вещь классная. Как я читала отзывы про него, что он должен быть у каждой девушки. Особенно сейчас, перед холодами, перед зимой, когда лицо у нас особенно страдает от сухости. Вот, и моя комбинированная кожа становится нормальной, даже в некоторых местах сухой. Поэтому вещь, конечно, классная. Кто не пробовал, всем советую. Особенно у тех, у кого сухая кожа. Вещь, конечно, незаменима. Очень удобно им пользоваться. Большой объем здесь. От холики-холики. Стартер этот. Классная вещь. Всем советую. Значит, следующее, что я взяла, это был знаменитый BB-крем от холики-холики также. С SPF 25. У меня вот такой вот Watery. Зелененький, с увлажняющий, с экстрактом зеленого чая, с антиоксидантами, с витаминами С и Е. Вот такой вот BB-крем. Я хотела вообще взять оранжевый, который против старения, что-то там омолаживающий, но его не было в наличии, его нужно было долго ждать, или его как бы вообще не предвиделось. Вот, вот такую вот текстуру он имеет. Как и все BB-крема корейские, он немножко такой серый оттенок кожи придает. Ну, совсем-совсем небольшой. Вот, покрывающая способность у него неплохая, но не стопроцентная. То есть какие-то крупные высыпания, какие-то красные точки, какие-то красные пятна на лице он не закрывает полностью. Но покрывает их где-то процентов на 60-70, так скажем. Вот, после него я все равно пользуюсь еще корректором, корректирую. Вот. В принципе, вещь неплохая, но не сказать, чтобы я была довольна ею на 100%. Вот, но хотелось попробовать настоящий корейский BB-крем. Вот, пожалуйста, попробовала. В принципе, мне понравился, но, возможно, попробую какой-нибудь другой после того, как этот закончится. Крем стоил 330 рублей. Значит, этот крем пахнет слегка чаем. Эффекта маски на лице не создает. Мне понравилось, что он подстраивается под тон кожи. Не забивает поры. Но заявленного эффекта подсушивания покраснений, там, убирания каких-то черных точек я, по крайней мере, на себе не заметила. Сейчас я покажу, как данный крем маскирует какие-то недостатки. Значит, вот у меня будет вот такое вот покраснение на лице, так скажем. Сейчас я его нанесу. Вот крем. Ну, как-то вот так вот он маскирует его. Вот. То есть видно, что большую часть покраснения он убрал, но слегка оно все равно заметное остается. Слегка. Но ощущение на коже очень приятное после него остается. Такое как бы увлажненное, напитанное. Вот так вот он убирает этот недостаток, так скажем. Ну, в принципе, процентов на 60-70 я им довольна. Не на 100%, но, в общем-то, попробовать хотела, попробовала, осталась довольна. Ну, естественно, если я заказала BB-крем, то мне нужно было заказать масло. Я выбрала масло также от Холики-Холики. Называется Soda Pure Cleansing, то есть очищающие поры сода. Значит, это масло стоило 530 рублей, как бы штука не дешевая, но она действительно классная. Это масло для глубокой очистки кожи с маслом виноградных косточек, с лимоном, экстрактом альпийских цветов и содержащий в себе минеральную воду из королевского источника Харо Джейд. Вот, оно
предназначена именно для комбинированной жирной кожи, какой моя является. Глубоко проникает в кожу и растворяет загрязнения и макияж. Данная масса для меня вообще новый продукт. Я осталась, конечно, им очень удивлена, потому что действительно у него текстура масла, оно как бы жирноватое, но при этом он настолько очищает кожу, что я осталась просто в шоке. Один раз пришла с работы, у меня было очень грязное лицо, а я умылась в душе, я проскрабила лицо, и после этого я начала маслом очищать лицо, и у меня вся ватка была черная. Я просто в шоке была, как так? Я скрабила лицо, я умывалась, и после этого у меня гидрофильное масло столько грязи из лица еще выбило, что я не знаю, откуда оно взяло, если честно. Я его взяла, конечно, чтобы смывать BB-крем, потому что вот этот BB-крем на лице, его так просто не смоешь умывалкой. Видно, что как бы немножко он остается на лице, а уже после рафинированного, что я говорю рафинированное, после гидрофильного масла лицо становится просто удивительным, честно говоря. А да, вот эта вот жирность как бы немножко поначалу остается, но потом от нее не остается и следа, и лицо становится просто обалденное такое, приятное на ощупь, увлажненное, напитанное. Появляется. Обалденно справляется даже с водостойкой тушью, то есть макияж с глаз удаляет просто на раз-два, идеально удаляет причем, и оставляет кожу чистой и увлажненной. И самое главное, что мне в нем понравилось, оно не содержит минерального масла. Вот, поэтому штука просто суперская для очищения кожи, для удаления макияжа, BB-крема, просто всем советую. Еще очень удобно, что она вот так вот, помпочка у него очень экономично выдавливается, вот так вот она, ну это масло есть масло, но оно такое по консистенции не совсем масло, оно как бы жирноватое, да, но оно... Интересная такая текстура у него, пахнет лимончиком, кстати. Там свадьба у нас поехали. Вот эта вот пленка на лице не остается жирная. Она как бы то ли впитывается в лицо, то ли вместе с загрязнениями уходит. Но в общем на лице она не остается. Сейчас я вам покажу, как она работает. Вот так вот я нарисовала карандашики. Сейчас мы попробуем. Вот масло капнуло. И сейчас мы попробуем это все стереть ваткой. Вот видите, как она стирает. Практически мгновенно уходит любой. И не остается ничего, ни следа вообще не остается совершенно. То есть я пробовала ей смывать водостойкую тушь, которая у меня единственная моя водостойкая тушь. Вот Живанши, вот это вот. Вот ее очень-очень тяжело смыть, я чем только не пробовала. Так что для тех тушей, которые... очень тяжело смываются, гидрофильное масло самое то. Всем советую. Так, следующее, что я взяла, это был, конечно, знаменитый крем от Мизон улиточный. Я его очень давно хотела, очень давно, еще после того, как увидела его первый раз, по-моему, Вифочки. Вика, привет. В общем, вот такой вот он белый, вот такая текстура. Баночка, кстати, стеклянная, очень тяжелая, такая весомая. Он не имеет практически никакого аромата. В нем нет никакой слизи, если кто-то боится, хотя в нем присутствует настоящий улитый. Он вот такой вот, немножко как бы такой тягучий. Очень легко впитывается, очень легко разносится по руке. Не остается никакого практически аромата. Но крем, конечно, очень много всего обещающий. Он питает, сохраняет кожу, борется с преждевременным процессом старения. Стоит, кстати, 650 рублей у Ксении в магазине. Он способствует интенсивному обновлению и восстановлению кожи при акне, чем я, конечно, по осени страдаю всегда. Также борется с расширенными порами и содержит 92% экстракта улиточной смеси. В общем, вещь, конечно, суперская. Я пользуюсь сейчас только ею. И благодаря только ей у меня начали наконец-то проходить мои акне, которые у меня вот здесь вот на щеках происходят почему-то по осени. Я сейчас пользуюсь только ею. Я остаюсь. Меня результат очень радует. Действительно, акне стали уходить. Пятна вот эти вот акне проходят быстрее намного, чем раньше.
Поэтому штука классная, буду покупать, наверное, еще. Хотя, конечно, она не дешевая, но я вот давно собиралась перейти именно на нее. Поэтому всем советую, кто хочет попробовать. Пока мне очень-очень нравится эта вещь. Так, и последнее, что было в моем заказике, но не последнее в общем, это был вот такой вот корректор, консилер от Холики Холики. У меня как раз в то время, когда я заказывала, закончился мой консилер от Catrice. И у меня ничего не было взамен, поэтому я заказала. Значит, он вот так вот выкручивается. В нем довольно много продукта. Вот. Я, там у нее был представлен только в одном цвете. По-моему, это бежевый цвет. То есть он не самый светлый. Как бы существует еще светлее, но у меня вот только в таком оттенке. Но он сам по себе мне подходит. Вот он не сильно светлый. Но для меня он идеален, потому что он очень хорошо тушуется и очень хорошо маскирует недостатки. Я им пользуюсь и под глаза, и как бы на какие-то высыпания, на точки. Значит, этот консилер стоил 220 рублей. В цвете натуральный беж у меня. Вот. Предназначен для маскировки, скрывания дефектов, прыщиков. Содержит также светоотражающие частицы. Вот это меня больше всего подманило, поэтому я его и заказала, потому что он содержит светоотражающие частицы, которых я почему-то, конечно, не увидела, но, может быть, их не видно, конечно, вот, которые преломляют свет на проблемных участках кожи, делая их зрительно ровнее. А также он содержит жемчужную пудру и аллантоин, и в результате чего кожа без черных кругов и без несовершенств. В принципе, штука неплохая, маскирует хорошо, растушевывается хорошо, то есть удобно ей пользоваться. Очень удобно, что он в карандаше, в стике в таком вот, мне понравился он. Вот, поэтому довольна осталась я им. Но мне кажется, что он не очень подойдет для сухой кожи, потому что он как бы слегка подсушивает покраснения, какие-то прыщики. Поэтому вот для комбинированной, для жирной кожи, мне кажется, он подойдет побольше. Вот такая вот штучка. Классно, я осталась им довольна. И в моем заказике, что было последнее, это был всем известный CC-крем. Вот CC-крем от Etude House. Очень хотела его попробовать. Это 8 в 1. Штука, конечно, интересная. Это вот такая вот новиночка. Он вот так вот с помпочкой здесь. Значит, для чего предназначена эта вещь? Эта вещь вообще очень многофункциональная. Она обеспечивает защиту и уход, маскирует недостатки, выравнивает тон кожи с помощью микрокапсул, снимает стресс от негативного окружающей среды, от негатива окружающей среды, защищает от ультрафиолета, у него SPF 30, предотвращает морщины, выполняет роль базы на лице, под макияж, улучшает текстуру кожи, работает и как праймер, и осветляет, и увлажняет. В общем, куча всего делает. Она, конечно, очень такая интересная. У нее она совершенно белая. Вот, вот совершенно белая. Я когда начала ей пользоваться, очень удивилась. Значит, вот так вот. Но у ней содержатся микрокапсулы, и он постепенно подстраивается под цвет кожи, вот, вот, и он перестал практически, остается вот такое вот свечение на лице, видите? Вот, что мне нравится в этом CC-креме, после него лицо становится как будто внутренне подсвеченное, как бы изнутри, то есть оно светится, все, мне очень понравился этот эффект, но насчет маскировки недостатков, конечно, я не сказала бы. Мне не понравилось, что он высветляет мое лицо как бы слегка. Мне приходится затемнять каким-то более темным еще. Он подстраивается под цвет кожи, да, но, наверное, под более белую кожу. Моя кожа все-таки немножко темновата. Сейчас я покажу, как он скрывает недостатки. Вот, например, покраснение какое-то. Сейчас посмотрим, как он его скроет. Вот, нанесла немножко. Сейчас посмотрим, как он будет скрывать это покраснение. Вот. В общем-то, то ли карандаш у меня размазался, но покраснения ничего не осталось. Практически ничего не осталось. Вот.
Вот, скрывает он недостатки, по крайней мере, мои, где-то на процентов 60, так же, как и BB-крем, не 100%. Он не дает плотное покрытие, он дает такое слегка подсвеченное, слегка увлажненное такое, светящееся лицо. Вот это мне очень понравился этот эффект. Но для тех, у кого много недостатков на лице, много прыщиков каких-то, особенно если они торчат, например, то есть не маленькие какие-то, а вот большой прыщик, то их будет, по-моему, заметно еще больше. Вот, но вообще, конечно, вещь классная. Я ей очень-очень благодарна, он мне очень понравился, я очень хотела попробовать настоящий CC-крем от корейский, от Etude House, а не какой-то там от Lumene есть, еще какие-то есть, от Clinique. Это все равно не настоящий корейский крем, а вот это вот настоящий корейский CC-крем. А штука, конечно, интересная, очень-очень интересная. Я осталась довольна, что ее попробовала. В принципе, мне она понравилась. Особенно тем, что она создает такой вот эффект подсвеченного лица. Такого здорового, сияющего, розового, такого вот. Интересный создает эффект. Очень мне понравилось. Правда, не знаю, как он подойдет для лета, потому что летом лицо еще более загорело. И он, как бы, не знаю, подстроится ли под сильную загорелую кожу, потому что он сейчас мне слегка выбеливает лицо. Может быть, я что-то, конечно, не так делаю, может быть, я не до конца еще его разузнала, подружилась, так скажем, с ним. Но, конечно, штука классная. Вот. Стоит он что-то в порядке 600 с чем-то рублей, по-моему. Вот. Поэтому, кто хотел попробовать, всем советую. Действительно интересная вещь. Ее нужно как бы узнать, разузнать, подружиться с ней. Очень много функций она выполняет. Я думаю, что она не может не понравиться. Особенно тем, у кого светлая кожа. Я думаю, он подойдет. Вот. Также мне Ксения прислала большое количество пробников. Вот, которые я еще не открывала ни один. А вот, я еще даже не знаю, что для чего здесь. Вот, ну много всего. Много. Вот так, ну обязательно попробуем, мне очень интересно. Вот такое мое знакомство было с корейской косметикой. Я осталась ей очень-очень довольна. Скорее всего, буду делать заказ еще когда-нибудь, когда у меня эти средства закончатся. Вот, поэтому всем девочки, кто советует, кто хочет попробовать так же, как и я, корейскую косметику, всем советую заказать в магазине у Ксении именно, потому что именно там самые выгодные условия доставки. И девушка очень любезная, хорошо, быстро отвечает на письма, очень вежливо отвечает. И, возможно, еще закажу у нее еще что-нибудь. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, что меня смотрели. Надеюсь, я была вам чем-то полезна. Пока-пока.